опубликован апрельский выпуск доклада «Региональная экономика». В нем, в том числе, Банк России проанализировал, как изменилась индустрия гостеприимства. Увеличение спроса на путешествия по России в условиях ограниченного предложения зарубежных направлений привело к росту турпотоков ЦФО. В январе-феврале он вырос более чем на 10% относительно аналогичного периода 2022 года. Верхневолжье не исключение. По данным Минтуризма Тверской области, за последние 7 лет туристический поток в наш регион вырос в 2 раза. В прошлом году у нас гостили 2 миллиона 600 тысяч человек. Высокий спрос стимулировал активную реконструкцию и строительство отелей и кемпингов. По прогнозам экономистов, в текущем году привлекательность поездок в Центральную Россию повысится именно благодаря реализации инвестиционных проектов. Это в том числе планируется ввод в эксплуатацию новых гостиничных комплексов, кемпингов, площадок, автомобильных площадок. Один из них включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов области. Это проект возле деревни Тишилово Конаковского района.